COVID-19 не избавляет оборотов, а в набережных Челнах простаивают компьютерные томографы. Причем их всего 5 по городу. 2 находятся в горбольнице номер 5 и 3 в инфекционке. В социальной сети пациенты медучреждений жаловались на то, что оборудование не применяется. На эти сообщения обратили внимание сотрудники прокуратуры, которые проверили достоверность информации. В ходе проверки использования медицинского оборудования установлено, что в городской больнице номер 5 рентгенский компьютерный томограф находится в нерабочем состоянии, а в Набережно-Челнинской инфекционной больнице компьютерный томограф, поставленный в третьем квартале 2020 года, не используется и не установлен по настоящее время. Простой в условиях пандемии недопустим. Руководителю управления здравоохранения Александру Николаеву внесено представление о необходимости устранения нарушений. На ликвидацию проблемы дается 30 дней. А еще больше свежей и интересной информации из сферы здравоохранения, криминала, культуры можно узнать в программе «Слово прокурору» на радиостанции «Брежнев-ФМ». Передача выходит ежедневно в 10:30, 15:30 и 19:30.